Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать на даче качественный интернет и чтобы он был безлимитный. Потому что многие операторы сейчас предоставляют тарифы с безлимитным интернетом, но работает он только на телефоне, либо при раздаче с телефона. Если же сим-карту вставить в модем и начинать раздавать через роутер, такой трафик будет оператором блокироваться, либо будет снижаться очень сильно скорость. Начинал я работать с интернетом на даче с Йоты. У Йоты был очень дорогой ценник, 1200 рублей в месяц, безлимит. При этом максимальная скорость была 10 мегабит. И были ограничения на скачивание через торренты и прочие интересные сервисы. Дальше я купил сим-карту в Питере, Теле2. Тариф называется «Безлимит» 350 рублей в месяц. Там безлимитный интернет, действительно, за 350 рублей в месяц. В модеме сим-карта прекрасно работала до поры до времени. Через год с лишним мне стали блокировать трафик через эту симку. И я перешел буквально несколько месяцев назад на Билайн. С Билайном следующая проблема. У нас далеко находится базовая станция, и сигнал не очень хороший. Поэтому в идеале, конечно, бы сим-карту вставить в модем и вытащить ее на крышу. Тогда идеально будет работать. Но сейчас он у меня уже работает. Я вам чуть позже расскажу, какой тариф. Смотрим. Проверяем скорость. Обновляем страницу на сайте speedtest.net и начинаем проверять. Сейчас работает Билайн. Ну что ж, вполне прилично. 20-25. Вечером бывает и больше, ночью доходит до 35. Это скорость загрузки. А вот скорость отдачи, конечно, не очень хорошая. Ну, в принципе, хватает. Ролики на YouTube загружать можно. Ну, вот примерно так. Ну, порой до 10 на отдачу доходит. А так вот сейчас, видимо, нагрузка повыше. Сейчас двоечка. Ну что ж, результаты вполне достойные. Теперь расскажу о тарифе. Тариф у меня называется «Семья». Вот он. Он включает в себя безлимитный интернет, 1200 минут, 300 смс. Кроме того, к тарифу можно подключить еще два дополнительных номера. Ну, чтобы у вас был общий пакет. К тому же у меня в квартире подключен домашний интернет по кабелю 100 мегабит, как вы видите. И он дома абсолютно бесплатный. Телевидение мне не интересует. У меня триколор меня устраивает. Приставка мне тоже не нужна. Абонентская плата 900 рублей в месяц. Ну, если раскидать на три номера, это не так уж и много. Сейчас перейдем к настройке роутера. Потом еще некоторые особенности вам расскажу, с какими проблемами столкнулся я. Поехали. Вот такой у меня роутер ZXL Kinetic Omni 2. Ну, это вот цена в NVIDIA. Вполне нормально работает, меня устраивает. Самое главное, что туда можно USB модем воткнуть. Далее переходим в сам модем. Чтобы в него зайти, необходимо ввести вот такой адрес: mykinetic.net. Теперь переходим в настройки. Сюда. Буду показывать вам настройку с нуля. Полностью сбрасываем роутер и ждем перезагрузки устройства. Я думаю, устройство уже перезагружено. Давайте проверять наличие сети. Подключаемся опять к нашему кинетику 3893. У вас он может запросить пароль. Пароль написан на самом роутере. Можете посмотреть.
Вот здесь, смотрите. Не быстрая настройка и веб-конфигуратор. Вот. Теперь здесь. Здесь у нас ничего сейчас не подключено, видно. Нам нужно зайти, вот этот значок нажать, интернет. И здесь выбрать WISP. Вот это. Выбираем. Включаем его. Это мы включаем возможность брать чужой Wi-Fi и усиливать его на роутере. Включаем. Нам предлагают здесь ввести имя сети. Ну, есть кнопка «Выбрать сеть». Выбираем сеть. Вот она, наша Lumia. Отличный сигнал, потому что роутер стоит рядом. Дальше. Вводим пароль от этой сети. То есть именно пароль, который задан на Nokia, то есть на вашем дополнительном телефоне. У меня он простой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дальше. Больше ничего не делаем. Здесь ставим точку «Использовать для выхода в интернет» и нажимаем «Применить». Настройки сохранены. Теперь идем в сеть Wi-Fi. Значок внизу окна. И здесь будем настраивать пароль и название сети, которую будет раздавать роутер. Сейчас это стандартный Kinetic. Давайте назовем ее Free. Ну, типа бесплатно, что ли. Free. Дальше. Выбираем защиту сети, какую хотите. Я убираю вот это всегда. Теперь меняем пароль для доступа к сети. Все. Теперь нажимаем «Применить». Ждем, пока применится изменение. И давайте смотреть нашу новую сеть. Вот она. У меня автоматически она подключилась, потому что она раньше была сделана. Нет, она еще не подключилась. Вот сейчас подключится. Вот. Все, подключено. Значок активен, доступ к интернету есть. Теперь, как вы можете видеть на главной странице, доступ в интернет, Lumia подключена, название сети Free, и пойдемте проверять скорость. Заходим в Speed Test, можно скачать приложение для Windows 10, оно есть. Сейчас подгрузится страница и проверим, как работает наш телефон с роутером. Еще раз оговорюсь, сейчас это раздает интернет, роутер, не телефон. Телефон, вот он, перекидывает на роутер, а вот роутер раскидывает по всему дому. Можно, конечно, просто к телефону подключаться. Но так, мне кажется, сигнал лучше по всему дому, чем просто с телефона. Смотрим. Отлично, все работает. Теперь пойдемте, я покажу, как у меня устроено все возле роутера. Вот мой роутер. Он включен в сеть. Этот USB кабель идет к телефону и питает телефон, чтобы он не сел и не выключился. Далее разблокируем. Смотрим сюда. Передача данных. 4G, насколько вы видите. И мобильный ход. Ход чего там. Короче, ход. Вот. Раздается от телефона на роутер. А роутер раскидывает по дому. Почему не пользуемся в доме 3G или 4G? Потому что в доме не работает. Только на окне вот здесь вот. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Спрашивайте. Буду рад ответить. Пока.